Масштабный контроль знаний. Сегодня 22 тысячи четвероклассников Алтайского края написали проверочные работы. Испытания проходят во всех российских школах впервые. В Алтайском крае их провели почти в 1000 школах. Варианты заданий для всех едины. Сегодня школьники писали диктант. Это первый этап проверочной работы. 13 мая вторая часть – разбор текста. Кроме этого, участники напишут контрольные по математике и окружающему миру. Особенность работ в том, что их результаты не пойдут в итоговую аттестацию младшеклассников. Цель такой проверки – оценить уровень подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения. Это не является каким-то экзаменом, не будет нести последствий для ребенка, например, там, да, оставить на второй год, если не написал контрольную работу, или поставить двойку за четверть или за год. Основная задача все-таки как бы еще один шаг сделать для развития внутришкольной системы оценки качества, для создания единого образовательного пространства в Российской Федерации. В школе это федеральная оценочная процедура.